Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня я расскажу вам историю персонажа из вселенной Underswap. Это альтернативная вселенная Undertale. Этого персонажа зовут Underswap Sands, или Blueberry Sands. По характеру он очень похож на оригинального папайруса, только в отличие от него он маленького роста. В этой вселенной он является младшим братом папайруса, и его мечта – поймать человека, чтобы вступить в Королевскую гвардию. К сожалению, Blueberry Sands не может телепортироваться, и в принципе он гораздо слабее, чем оригинальный Sands, но зато он довольно быстрый, и он гораздо более веселый и энергичный, чем оригинальный Sands. Underswap Sands обожает готовить еду, и обычно он делает тако. Вкус такой же, как у спагетти оригинального папайруса. Одежда Blueberry Sands практически вся голубого цвета, поэтому его так и назвали в честь ягоды такого же цвета. Blueberry Sands очень любит сладкое, это делает его еще более энергичным. Поскольку Blueberry Sands очень дружелюбен, то впервые увидев Чару, он захотел с ними подружиться. Но в то же время он был огорчен тем, что из-за этого не сможет попасть в Королевскую гвардию, ведь ему нужно поймать человека. Кстати, в этой вселенной Blueberry Sands и Альфис – лучшие друзья. И Альфис его тренирует. Ну а Папайрус, будучи его старшим братом, защищает Blueberry Sands. А вот про Фриск он почти ничего не знает, однако сможет их узнать только на пути геноцида. Получается, что эта вселенная намекает на теорию о том, что Фриск учили чару злу, а не наоборот. По моим наблюдениям, хоть и Blueberry Sands и слабее оригинального Санса, но мне кажется, что он немножечко посильнее, чем оригинальный Папайрус. Такой вывод я сделал, поиграв в фанатские игры про него. В них Blueberry Sands синим атакам уделяет немного меньше времени, зато обычными костями швыряется довольно часто. Чаще, чем обычный папайрус. Вот такая коротенькая история о забавном Blueberry Sands. Надеюсь, вам было интересно. В таком случае ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и рассказывайте о нем друзьям. Ну и, конечно, посмотрите другие истории. А с вами был Некрос, всем пока!